В эфире информационная программа «День города», в студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Обновление автопарка. Служба скорой помощи и ГИБДД получили новые автомобили. В области погибли 1500 свиней. Причиной стал пожар на свинокомплексе. Агрохимическая служба подвела итоги работы за год. И рязанца осудили за незаконное хранение оружия. Автопарк рязанской станции скорой помощи пополнился. Новые машины получили и сотрудники ГИБДД. На торжественной передаче побывал мой коллега Валерий Седов. Автомобили скорой помощи и машины ДПС пополнили автопарки служб города. Новый транспорт Рязань получила в качестве поддержки из федерального центра. Это существенная помощь нашему городу. Работники скорой помощи заявили, что обновление автопарка положительно скажется на работе всей службы. К тому же транспорт попадет и в Рязанскую область, например, в Касимов и Кадам. И сегодня еще одно приятное событие. Обновляется автопарк дорожно-постовой службы. Рязанские полицейские получают 15 служебных автомобилей. С новой техникой, я думаю, они будут еще более эффективно поддерживать порядок на дорогах региона и решать оперативные задачи по борьбе с преступностью. 15 новых автомобилей ДПС заменят устаревшие. Здесь есть чему позавидовать. В техническом плане машины явно превосходят старые. Новые проблесковые маячки, система видеонаблюдения внутри и снаружи, новые рации и много других новинок. Все эти 15 патрульных автомобилей будут переданы в подразделение ГАИ области, где сотрудники госавтоинспекции будут осуществлять надзор за дорожным движением на новых патрульных автомобилях, что в большей степени скажется на качестве надзора за дорожным движением. Губернатор Рязанской области выразил надежду, что новые автомобили повысят доступность медицинских услуг. К тому же, после увеличения автопарка изменится и скорость приезда машин скорой помощи. Планируется и в будущем году распределять автомобили скорой помощи. Ну, я надеюсь, у нас будет возможность, благодаря нашему бюджету, приобретать и самим эти машины, потому что только на федеральный центр надеяться нельзя, нужно работать в этом отношении и нашей области. Всем водителям были вручены ключи от новых автомобилей. Теперь машины можно заметить на улицах нашего города. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Рязанской области погибли 1500 свиней. Причиной смерти животных стал пожар на свинокомплексе в Сараевском районе. Продолжит Ирина Ковалева. 30 ноября около 4 часов утра поступило сообщение о пожаре в поселке Озерки Сараевского района. Горело одно из зданий свиноводческой фермы. Причины пожара пока неизвестны, люди не пострадали, а вот животных спасти не удалось. Какое именно количество свиней погибло в огне, в пресс-службе МЧС не уточняют, но по данным информационных сайтов их было более 1000. Причина пожара – ущерб устанавливается. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 19 человек личного состава государственной противопожарной службы и 7 пожарных автомобилей. Агрохимическая служба России ежегодные итоги работы отрасли подводит в самых передовых регионах страны. В этом году таким регионом стала Рязанская область. Сюда съехались представители агрохимической службы из разных уголков страны. Российские специалисты рассчитывают изучить опыт работы Рязанского агрохимического центра и лучших хозяйств области. Увеличить урожай можно с помощью научного подхода. Для этого необходимо проанализировать тяжелые металлы и соединения, которыми наполнена почва. В этом на помощь аграриям приходят лаборатории. Образцы почвы просушиваются до полного высыхания и размалываются до микрочастиц. А автоматика делает из них вытяжки, от качества которых зависит весь будущий анализ. Автоматический комплекс весовой, потом проба дозирования комплекс и просто блок дозирования. На рост растений влияет 4 основных фактора. Это кислотность почвы, наличие в ней калия, подвижного фосфора и азота. На основе этих данных уже можно выбирать удобрения и увидеть разницу в урожае. У нас, как правило, недостаток идет элементов питания, потому что в любом случае это подвижные формы, то есть они вымываются, то есть они с горизонтом уходят, и плюс еще выносятся с урожаем. То есть если этот участок каждый год используется, то есть все культуры они выносят, каждый по-своему. То есть есть культуры, которые в меньшей степени выносят элементы питания, есть такие, как пропашные, то есть корни клубнеплоды, они в большей степени выносят. Анализ почвы в лаборатории, как диагностика организма в поликлинике, нужна для правильной постановки диагноза и дальнейшего лечения. При этом симптомы могут быть видны и невооруженным глазом. Во-первых, растение само, оно увядающее, желтеет листья на нем. То есть видно по растению, когда если не хватает калия или фосфора, то растение внешне уже видно. То есть она ослабленная. Естественно, урожайность снижается.
Стоит отметить, что даже на территории одного хозяйства потребности почвы могут отличаться. Так, на уклонах полезные вещества вымываются быстрее, чем на ровных участках. Поэтому пробы берут в нескольких местах, а из данных анализов формируют карту. Ну, если картофель выращивает хозяйство, то нужна где-то среднекислая, слабокислая почва. То есть это 5,5, 5,7. Значит, для этой культуры нужно вносить доломитовую муку, допустим. Если кислая почва, чтобы снизить кислотность почвы. Однако контролем почв лаборатория не ограничивается. Для грамотного ведения хозяйства нужно знать показания воды, удобрений и даже кормов. Эти исследования позволяют провести те же приборы. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Лед на водоемах еще не успел окрепнуть, а рязанцы уже открыли сезон зимней рыбалки. Сотрудники МЧС отправились в рейд, чтобы в очередной раз напомнить о правилах безопасности. Рыбаки сейчас вышли попробовать, как обстоят дела с клевом. У многих из них есть хорошие снасти, однако об оборудовании, которое поможет спасти им жизни, многие напрочь забыли. Хотя именно сейчас лед является наиболее тонким, безопаснее на нем пребывать глубокой зимой, когда толщина чистого льда составит более 7 сантиметров. С собой хоть есть что-нибудь, средства спасения какие-нибудь, элементарные, для себя, вот чисто для себя? Нет. Ну а почему? Неужели жизнь недорога? В машине есть. Ну, в машине. А машин здесь нет. А нет, даже рюкзак. Сейчас попробовать пошел. Сотрудники МЧС провели рейд вблизи села Шумыш. На ледяной глади озера, как горох, рассыпались рыбаки. Каждому из них спасатели уделили внимание. Они вручили мужчинам памятки и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. ГИМС МЧС России по Рязанской области рекомендует любителям подледного улова рыбы брать с собой элементарные средства спасения. К таким относятся это веревка с грузом не менее 5 метров, чтобы в случае провала под лед можно было кинуть человеку или человеку также бросить ее терпящему бедствие на льду. Если же все-таки вы провалились под лед и у вас нет с собой средств спасения, ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Нужно раскинуть руки в стороны и спиной, пытаясь вылезти на лед, после чего откатиться с данного места, где произошел провал. После происшествия необходимо сразу же вызвать скорую помощь или обратиться в службу спасения. Сотрудники МЧС обратили большое внимание рыбаков на необходимость всегда быть бдительными, смотреть по сторонам. Ведь беда может приключиться и с окружающими, которым потребуется экстренная помощь. Кроме того, спасатели попросили внимательнее присматривать за детьми, поскольку юное поколение так же часто, как и рыбаки, попадают в непростые ситуации зимой на воде. Более того, всех телезрителей просим провести с детьми профилактические беседы об опасности выхода на лед. Зимой девочкам и мальчикам лучше подальше держаться от водоемов. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанца осудили за незаконное хранение оружия – пистолета Макарова, охотничьего карабина и патронов. Он нашел их на свалке, но информировать правоохранительные органы о находке не стал, а забрал себе и стал незаконно хранить. Как показывает практика, в нашей стране оружие можно не только приобрести, но еще и найти, причем в самых неожиданных местах. Так, все средства массовой информации облетела новость о рязанце, нашедшем на свалке пистолет Макаров. Оказывается, если бы мужчина сдал оружие в правоохранительные органы, то получил бы вознаграждение в размере 5000 рублей. Однако пистолет он оставил у себя. И вот результат – за хранение найденного оружия мужчина понес наказание. Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание, что в случае обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию для дальнейшей передачи оружия на ответственное хранение. На территории Рязанской области действует программа профилактики правонарушений, в рамках которой гражданам, добровольно сдавшим оружие, положено вознаграждение, максимальный размер которого достигает 15 тысяч рублей. Сдать опасные находки в территориальные органы МВД нужно в кратчайшие сроки. Законом они не прописаны, однако, если оружие у вас обнаружено, обнаружат сотрудники внутренних дел, ни о какой добровольной сдаче речь уже идти не будет. В этом случае предусмотрена уголовная ответственность по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также за нарушение в области оборота оружия предусмотрена и административная ответственность. Для того, чтобы не допустить нарушения административного закона, необходимо в том числе и вовремя продлять разрешительные документы. Заявление на продление можно подать в электронном виде через портал государственных услуг, не выходя из дома. Валерий Седов, Ирина Ковалева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». По словам президента Российской Федерации, сфера ЖКХ является самой прозрачной сферой услуг. Журналисты «Города» не раз рассказывали о случаях завышения тарифов на оплату. Раз и навсегда решить некоторые спорные вопросы взялись на себя организаторы круглого стола, посвященного проблемам коммунальных услуг.
Сейчас в квитанциях услуг ЖКХ стоят такие строки, как плата за домофон и общедомовую антенну. Не раз юристы и просто неравнодушные люди выносили на обсуждение вопрос, является ли это закономерным и правильным или нет. Расставить все точки над «и» в этом вопросе решили представители разных структур города. 30 ноября в Рязанском институте развития образования состоялся круглый стол, в котором обсуждали эту животрепещущую тему. Однако в Рязани сложилась практика, что за коллективную антенну и домофоны деньги взимаются отдельной строкой. Уплата за содержание жилья идет отдельно. С одной стороны, это логично. То, что за коллективную антенну платят только те, кто ей фактически пользуется. С другой стороны, это, по мнению общества по защите прав потребителей, это противоречит федеральному законодательству. Представители Ассоциации защиты прав потребителей утверждали, что этот пункт давно стоит в оплате за содержание жилья. К тому же, они утверждали, что услуга эта может дублироваться, и жильцы оплачивают домофон дважды. Правда, это высказывание было оспорено. Если мы обратимся к единому российскому классификатору услуг населения, то мы в жилищно-коммунальных услугах не найдем таких услуг, как обслуживание домофона, обслуживание коллективных антенн. Мы найдем в бытовых услугах, которые оказываются населению вне зависимости от каких-то жилищно-коммунальных услуг. Со слов представителя администрации, оплата домофона не включена в стоимость содержания жилья, и деньги за услугу взимаются отдельно, по прямому договору с собственником квартиры. Домофон, как составная часть безопасности дома, требует ремонта и регулярного обслуживания. Как правильно сказал представитель прокуратуры, любая услуга требует оплаты. Домофон и антенна не исключение. Вопрос обстоит так, как именно взимать плату. Представители администрации города и прокуратуры пришли к единому мнению. Нужно учитывать желания жильцов. Они сами должны определить на общем собрании, добавлять стоимость обслуживания в содержание жилья или заключать индивидуальный договор и оплачивать напрямую исполнителю только за ту услугу, которой пользуется. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Деревенский колорит увидят зрители на выставке фотографа Елены Оськиной. Она открывается в библиотеке имени Есенина. На снимках зарисовки из сельской жизни. Увидела фотокартины Галина Ершова. Деревня Фурмакина стала героем снимков молодого рязанского фотографа. Елена Оськина прожила один день в компании дедушки и бабушки Блохиных и их внучки Юли. Они встретились на рассвете и расстались лишь с заходом солнца. Подобный проект девушка снимает каждый год и тщательно выбирает будущих героев. Наверное, каждый увидит в ней свое что-то. Кто-то увидит деревенскую жизнь такой, какая она есть, кто-то увидит атмосферу в этой семье, кто-то увидит тяжелый труд, кто-то увидит красивые пейзажи, кто-то увидит, как натурально выглядит вот это сельское хозяйство, какой красивый мир вокруг нас деревенский, вот эта нетронутая, почти девственная природа. Деревня Фурмакина находится в Захаровском районе Рязанской области. Она небольшая, зимовать остается всего 4 дома. Елена признается, что герои быстро привыкают к фотографу. Уже к обеду человек с фотоаппаратом становится частью семьи. Свои наблюдения она отразила в 20 снимках, представленных на выставке. То, что ее отличает от всех остальных, это вот очень добрый взгляд к тому, что она снимает, кого она снимает. Они не только интересны своими событиями и наполненностью, которые там есть, они интересны своей цветопередачей и композиционными решениями. Съемка прошла в рамках проекта «Один день из жизни России». Раз в 30 лет, 22 сентября, фотографы страны объединяются, чтобы создать портрет эпохи. И два дня назад мне прислали на почту сообщение о том, что многие фотографии вот из этой съемки просят, чтобы прислали в оригинальном виде для будущего альбома и выставки. Увидеть фотографии уже сейчас можно в Рязанской областной библиотеке имени Есенина. Выставка работает в течение декабря, вход свободный. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Будучи детьми, практически каждый из нас мечтал о щенке или котенке. Собирательный образ такой детской мечты выражен в книге «Малыш и Карлсон». Нечасто родители отвечали пониманием на наши мечты, но повзрослев, мы неизменно стремимся завести питомца. Любовь к домашним животным не зависит от эпохи и экономической ситуации. Люди все так же, как 100 и более лет назад, приходят домой, где их ждут пушистые или не очень братья меньшие. Мохнатым любимцам даже посвящен специальный праздник. 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных.
Идея об учреждении такого праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции в 1931 году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявляли о готовности организовать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных. С тех пор праздник проводится ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Неудивительно, что девизом этого дня стали слова маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам. Самыми популярными питомцами по сей день остаются собаки и кошки. Разнообразие пород позволяет выбрать товарища по душе. От декоративного малыша, вроде тойтерьера, до грозного защитника, например, бультерьера. Все зависит от ваших потребностей, симпатий, характера и финансов. Ведь не только приобрести представителей некоторых пород, но и содержать их – большая ответственность, в частности, финансовая. То же касается кошачьих. Если у вас дома поселился неспасенный от собак, холода и голода беспородный малыш, то чаще всего стоить породистый кот будет недешево. Наряду с британцами, шотландцами и персами особую популярность в последние годы набирают мейн-куны – красавцы, которые станут верными друзьями. Конечно, многие люди и раньше пытались завести дома экзотического питомца – игуану или паука, но в последние годы не меньше, чем собаки и кошки, место в жизни современного человека занимают хорьки и еноты. Домашние хорьки – это хищники с удивительно милыми мордашками и развитым интеллектом. Повадками не походят ни на собак, ни на кошек, любят играть и шалить, требуют немало внимания и быстро приучают к порядку, ибо оставленная без присмотра вещь, скорее всего, станет достоянием хорька и пропадет навечно в его заначке. Еще больше хлопот доставит вам енот, однако любовь, которую вызывает это очаровательное создание, несравнимо с теми трудностями и неудобствами, которые крупный зверь доставляет своему хозяину. Конечно, заводить дома подобных друзей – большая ответственность и риск, но тот, кто осмелился подружиться с пушистыми очаровашками, уже никогда не разлюбит своего питомца. Как отмечают владельцы домашних животных, найти подход к любому домашнему питомцу легко. Надо просто любить его, и он ответит взаимностью. В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных, хотя, к сожалению, пока не утверждено официально. Жестокость по отношению к животным приобретает в нашей стране ужасающие масштабы, потому что остается абсолютно безнаказанной в связи с пробелом в законодательстве. До сих пор в России не принят закон о защите животных от жестокого обращения, хотя такой законопроект находится на рассмотрении в Госдуме РФ еще с 1999 года. И сегодня мы также призываем всех присоединиться к этому доброму и важному празднику. Главное помнить, мы в ответе за тех, кого приручили. На этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.tv. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня.